Снова здравствуйте, дорогие мои. Достаточно большое по объему количество посылок опять набралось. Сейчас их будем распаковывать. В принципе, есть повторяющиеся вещи, но при этом снова можно будет поговорить о том, что значит плохие продавцы. Ну, давайте начнем. Обратите внимание, как сразу больше места на столе стало. Значит, переходники, которые идут к телефонам отвратительного качества, ну, просто вот ужаснее некуда. Поэтому, в принципе, есть два варианта. Либо заказывать адаптер, да, но адаптер – достаточно дорогое удовольствие. Как правило, нормальный адаптер стоит порядка там 500 рублей. Либо положу к этому видео ссылку, есть более-менее хорошего качества переходники. Вот у меня один пришел, да, в предыдущей распаковке он был, да, ну, вполне хорошо можно заряжать от китайских переходников. Значит, что нам положил в этот раз MJ, да, стандартно пленки, ну, пленки примитивно, неинтересно. Также положил он два стекла, это вот, судя по всему, подарок. Вообще точно на Lenovo как-то странно выглядит стекло. Сейчас надо будет прислонить, посмотреть. Давайте прислоним, посмотрим. Да, на Lenovo, просто здесь вырез целиком большой сделан, стеклышко простенькое, примитивное, но при этом подарок даренному коню, как говорится, в зубы не смотрит. Что я делаю, занимаюсь какой-то ерундой, зачем-то туда-сюда. Вот вам вот тут сильно это надо смотреть. Нет, убираем, забываем, смотрим. Сами телефоны он кладет с силиконовым бампером. Да, в моем случае пришли три цвета серого. Значит, ребят, ситуация следующая. Вот белый, вот так называемый серый. У серого серая полоска здесь. Черное стекло здесь, у белого. Белое, белое соответственно. Ну, также бок немножко по цвету отличается. На этом, в принципе, отличия заканчиваются. Ну, есть еще такая мелочь, что вот у белого телефона лежит вот такая бумажка. У серого она почему-то не лежит. Уж не знаю почему, но вот так получилось. Можно, наверное, было бы, конечно, спросить у продавца, но я не думаю, что это шибко интересно. Упаковка хорошая, достойная. Телефон, ну, на самом деле, бомба. А вот теперь начинается интересное. Ну, давайте попробуем понять, как вы думаете, что находится в этой упаковки. В ней находится телефон. То есть вот ни пупырышек, ничего либо вот вообще вот еще для защиты нет. А нет, глядите. Пупырышки были когда-то, но, по-моему, их перед тем, как запаковывать, продавец очень сильно нервничал. Переживал и все излопал. Лопал, 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 лопал. И все они закончились. Значит, списывался я с этим продавцом относительно там скидок прочих вещей. Он какой-то был невнятный, непонятный. Но при этом, посмотрите, он мне положил адаптер ОТГ. Асусовский, причем это оригинальный адаптер, который он продает, насколько помню, за $10. То есть вот скидку там сделать он нет, не дам, а адаптер положить, будьте любезны, получите, распишитесь. Поэтому вот даже не знаю. Ребят, я что скажу, вот у него получше качеством, гораздо получше качеством, ну давайте сравним. Вот это вот склеенный из какой-то фольги или вот здесь цельный. Да, ой. Опять я своими кривыми руками камеру чуть не уронил. А адаптер гораздо более хорошего качества.
В остальном, ну, вы знаете, наверное, надо было бы включить, надо было бы посмотреть прошивку. Давайте, наверное, так и сделаем. Ну, смотрите, что бросается в глаза. Коснитесь End и удерживайте фон для смены экранной заставки, добавления приложений, виджетов, там прочие вещи. Это касаемо раз. Касаемо два. Ну, вот здесь вот как-то вот... Вроде как все то же самое. Ну, опять же, Wi-Fi Network Available. То есть, ну, уважаемый, я поставил русский язык. Где русский мой язык, будьте любезны, да? Вторая прошивка. Ну, смотрите. Что в плюсе? В плюсе он положил копеечный адаптер более хорошего качества. Это в плюсе. А он мне положил OTG-переходник. Да, классно. Причем, ну, далеко не факт, что он всем остальным тоже будет его класть. Вполне возможно, мой с ним разговор и заказ нескольких телефонов сделали свое дело. Из минусов, ну, вы видите, прошивка у него какая-то явно корявенькая. Это сильный минус. А из плюсов, телефон 3 месяца 2016 года, несмотря на то, что это 16-гиговая версия. Упаковка, ну, упаковка ужасная, скажу честно, упаковка ужасная, ну, прям вот фу-фу. Так быть не должно. Значит, второй случай. Если помните, я ругался матом, да, то есть даже создал уголок подонка, чтобы там поругаться. Потому что вот этот продавец принял мой заказ, после чего он его крайне долго не слал. И мало того, что он его не слал, он отказывал мне в моих попытках отказаться от этого заказа. Раз. И у него было, в принципе, 30 дней, насколько помню, на то, чтобы отправить мой заказ. Это было очень неприятно. Но все-таки он его отправил. И вот он до меня дошел. Ну, здесь все то же самое. Бампер, пленка, это неинтересно. Версия 32 гигабайта, 7 месяц 2016 года, то есть, ну, свежий телефон. Тут начинаются какие-то приколы непонятные. На какой-то ляд он сделал вырез. То есть здесь как бы язычок обычно торчит, он сделал вырез. Ну, давайте для начала заглянем сюда. Здесь мы увидим, да, тоже более хорошего качества переходник на адаптер. То есть вот в этом отношении, конечно, повеселее, чем Джей, но во всем остальном... Давайте включим. Стоит 56-я у него прошивка. Что это вообще? 121-10-56. Ну, знаете, вот не могу я все-таки этого понять. Понять, что меня интересует, да? Где подсказки? То есть вот я открыл камеру, здесь, а вот подсказки есть.
какая-то вот немножко другая оболочка, чем та, к которой я привык, да, и вот я вот, ну, вот основное, что я не могу понять, да, телефон должен быть сброшен до заводских настроек, то есть я должен включить телефон, а после чего с самого нуля сделать все застройки, увидеть настройки, сделать все настройки, увидеть абсолютно все подсказки, понять, как с ним работать, да, и здесь такая возможность отсутствует. В целом, сроки отгрузки, ну, большой вопрос. То есть, вот у этого продавца он может смело вас месяц динамить, ничего ему за это не потом, наконец, отправить. Я считаю, это все-таки, ну, неправильно. По ценам, ну, цены-то у него, в принципе, такие же, как у остальных. По упаковке, ну, да, в коробочке, то есть, вроде как, молодец, там, коробочка, все дела. Но при всем при этом... Не знаю, что-то как-то вот нечего лазить по другим продавцам, ну их всех в болото, они все сволочи, подонки, один МДЖ молодец, заказывайте лучшего МДЖ. Но я, во всяком случае, буду заказывать только у него. Значит, чехол на Lenovo WipeShot. Силиконовый бампер, 3D рисуночек, вот такая вот зебра. В принципе, наверное, даже телефон распаковывать не буду, выглядит достаточно, вы знаете, мило. Достаточно мило, и, как ни странно, ну, крайне быстро прискакал он ко мне. То есть такое ощущение, что все-таки вот частным самолетом его везли. Так, подходим к интересностям. Или неинтересностям. Как же тебя открыть-то? Давно забытый мною запах запчастей, таких смазочек каких-то, еще чего-то. Так, ну, ребят, да, что это такое? Это вот такая вот трубочка, нужна она для автомобилей. Этот заказ шел не мне, да, ну вот, я его распаковал. Вакуумная трубка это называется. Да, внешне достаточно прикольно, симпатично, хорошо все выглядит. Насколько качественно это будет в машине, не скажу пока, во всяком случае. И заключительная наша упаковка, которая пойдет в раздел для детей. А у меня какое-то время она, судя по всему, будет либо лежать без дела, либо я ей буду пользоваться. Хранили тещу, порвали два баяна. Взяли посылку, посылкой поиграли. Ну вот, поражает меня, конечно. Вот человек старается, упаковывает, а в итоге приходит все равно вот такой вот бедлам. Знаете, одно радует, что вроде как не пострадал. Дарить такой уже немножко как-то вот мятый слишком. Значит, что это такое? Это, как жаль, что мое детство закончилось. Это пистолет, который может стрелять двумя видами боеприпасов. Первый вид боеприпасов – это вот такие шарики. Они чем-то похожи на гидрогель. Ну, а как похоже? Они и есть, в принципе, гидрогель, потому что, вот смотрите, я под пистолетик как раз покупал. Многие обзорщики берут вот такие вот вещи, покупают для того, чтобы
взрывать их, там еще как-то по-разному издеваться. Ну, вообще, вот прямое предназначение этого пакетика – это залить водой и поставить в него цветочки. Второй вариант – это вот использовать в таком вот бластере. Значит, вот сюда засыпаются потом эти шарики. Что у меня с руками в последнее время? Не знаете, какие-то руки-крюки. Да что ж такое? Закручивается и потом чук-пум, выстреливается. Более предметный обзор, как все это дело будет выглядеть, я сделаю чуть попозже и выложу его в раздел для детей. Там будет показано, как стреляют шарики, как стреляют присоски, как эти присоски приклеиваются и насколько все это дело безопасно. Заглядывайте туда и смотрите, насколько вещь хорошая. Ну, пока мне предварительно нравится. Это, наверное, пока мне ребенок не подрос, в глаз не стреляет. Ну, а за сим, я думаю, видео можно заканчивать. Значит, что, интересно, подписывайтесь на канал. Понравилось, ставьте лайк. Задавайте вопросы, комментируйте каким-либо способом видео, заходите в мою группу ВКонтакте, там вы сможете оставить свой отзыв о какой-то покупке и посмотреть там фотоотчеты других людей, в том числе меня. До скорых встреч!